Подвиг их бессмертен. 75 лет назад тысячи наших земляков защищали родину ценой своей жизни. Одним из них был Саша Матросов, 19-летний воспитанник Ивановского детского дома. В 1943 году в боях под Псковом юноша закрыл собой вражескую амбразуру. Он не дожил до Великой Победы, однако его подвиг помнят и чтят. В его честь в Ивановке прошла военно-историческая игра-реконструкция. Реконструкция второй раз. И вот когда, ну, говорю, реконструкция, ну, что такое реконструкция, говорю, побегают там. А вот когда это я втянулся уже, сам втянулся, и мне вот хочется это все узнать, как это было, действительно. И это вообще, это замечательные такие мероприятия. Реконструкторы решили воссоздать зиму 1941 года, а именно рейд кавалеристов генерал-майора Льва Даватора по тылам 9-го корпуса немецких войск. Напомним, в декабре 41-го, после начала советского контрнаступления под Москвой, корпус Даватора наступал на Звенигород и Рузу. Роль героя Советского Союза выпала честь исполнить Владимиру Лукьянову, лидеру клуба «Боевые искусства кавалерии». Кстати, это первое выступление ульяновской кавалерии. Мы в этом году подготовили обширную программу выступлений и поджидугитовки, и выступлений боевых искусств кавалерии, то есть представлять как бы гражданам. То есть у нас там очень много всяких элементов и джигитовки, и также кавалерийских приемов, которые мы можем показать зрителям. Поучаствовать в реконструкции приехали не только из Ульяновска, но и из Димитровграда, Мордовии, Казани, Кирова, Самары. Всего 37 военно-исторических клубов со всего Поволжья. Роль каждого своя имеется. Кто-то враг, кто-то наоборот, наш друг. Есть такая система, то есть мы можем приехать сегодня и врагом, а завтра можем приехать и именно защитником Отечества. Все зависит от того, какое количество людей и по заявкам, по мероприятию, кто когда что прибудет. Атмосферу того времени воссоздали до мельчайших подробностей. Военное обмундирование советских и немецких войск, лошади, пулеметы и даже танк Т-34, за управлением которого, кстати, прекрасная девушка Екатерина. Когда участвуешь, такое чувство, вот, что ты погружаешься как бы в эту атмосферу, и все это происходит, чувствуешь изнутри. Это, ну, зрителям, конечно, тоже это очень интересно, а вот побыть здесь, это, конечно, многого стоит. Рев мотоциклов и танков, крики и стрельба в эти выходные вовсе не напугали гостей фестиваля. Зрители с интересом наблюдали за происходящим на поле. Солдат Красной Армии поддерживали в едином порыве криками «Ура!». Впечатление положительное, первый раз приехали, очень все нравится. По подсчетам организаторов, фестиваль посетило 4000 человек. Многие приехали с семьями. Интересно было не только взрослым, но и детям. Ребята попробовали солдатскую кашу, подержали в руках оружие советского времени, смогли посидеть за рулем бронеавтомобилей. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.